Инспекторы дорожно-патрульной службы в ходе операции «Анаконда» решили проверить иномарку со ставропольскими номерами. В салоне «Фольксвагена» кроме водителя были еще и пассажиры из Омска. При проверке документов мужчина заметно нервничал, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре транспортного средства. В результате в портфеле водителя сотрудники полиции обнаружили 155 денежных купюр номиналом 5000 рублей. Это вызвало явное подозрение на предмет их подлинности. В присутствии понятых обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Экспертиза установила, купюру изготовлены не на предприятии госзнак, а кустарным способом. Задержанный водитель признал свою вину. Познакомился с человеком на авторынке. Вот. Ну, слово за слово и предложил он, в общем. Через некоторое время встретились в назначенном месте и купил. Сколько вы денег купили? Купил 200 листов, 5000-ных, по 1200 рублей лист. Фальшивки мужчина приобрел в соседнем регионе. В Сочи намеревался их сбыть. В настоящее время следственным управлением УВД по городу Сочи в отношении приезжего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.